Итак, всем привет, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет курточка утепленная зимняя. Я бы сказал, такой пуховик мощный. The North Face называется бренд. Многие знают этот бренд. Цена у данной курточки, ребят, скажу сразу, не дешевая. Стоит она 22 тысячи. Стоит данная курточка. 22 500. Данный пуховик выполнен из материала полиэстер, имеет наполнение пуха 700 Fill Power. То есть куртка рассчитана до -20, -25 градусов. Ребята, очень теплая куртка, но несмотря на то, что она теплая, она очень легкая. И очень такой бомбовый дизайн у нее интересный. Имеются манжеты резиновые на рукавах. Снизу имеется затяжка. Капюшон у данной куртки отсутствует. Кто не любит капюшоны, пожалуйста. Вот так вот она выглядит изнутри. The North Face бренд называется. Интересная курточка, такой пуховичок дутенький. Сейчас я его померю, посмотрим, как он будет смотреться на мне. Так вот она смотрится, ребят. Смотрится, блин, просто бомбово. Это просто бомба, реально. Размер, конечно, не мой, 46-48. Мне, конечно, 48-50. Ну так-то плечи вроде сидят нормально. Не, смотрится, конечно, класс. Топчик так, прям вот мощно. На 22 тысячи смотрится, ребят. Реально, на 22. Ну, ценник, конечно, кусается. Но, блин, мощная куртка, реально. Просто топ. Топ! 10 из 10. Ну, теплая, я уже надел, прям чувствую, как она греет. Класс, класс. Куртяшка просто... топчик. А самое главное, вес, ребят, вес просто наилегчайший. То есть в ней можно зимой на велике кататься, не замерзнете. Класс, класс. Очень мне нравится курточка. Ну, в общем, ребята, отличный зимний пуховик от именитого бренда. Те, кому зашел, я думаю, зайдут и купят. Так вот она выглядит сзади. Фирменный лейбл The North Face. Единственный минус, по мне, так это материальчик хлюпенький. Ну, понятно, они решили вес облегчить, то есть можно прожечь, если вы курите, то, конечно, нежелательно эту куртку носить, ну, либо задевать ее об что-то острое, иначе можете порвать материал. А так, ребят, всем, кому понравился данный пуховичок, приходим в магазин Спортмастер и покупаем его. А на этом я заканчиваю видео, желаю вам всем счастья, добра и хорошего настроения, носите качественную одежду, теплую одежду, и самое главное, чтобы она вам нравилась. Все, друзья, всем пока!